мне газулька-то? Что это? Я на складной полностью. Как они теперь потянут эту губу, мне интересно. Ну там что-то они направляют. Взаимозаменяемость какая-то. Я в сторонке тут стою. Под шатнувшаяся ограда. Это компания ветеринарная какая-то. А там он, за этой, видать, здание, уголок. Это музей искусства, литературы и культуры Алтайского края. Бывший краевой суд, где меня судили и по этапу отправили уже на ТАСС Жамбульской области. Ты зачем идешь сюда? Иди домой. Не ходи сюда. А заглядывает, это же надо такое. Траншея прямо перед ним. Иди, не доживешь до совершенных лет. У тебя бы в радиаторе, ты бы, блядь, нахуя вот эта вот хуйня, вот, и ты ее не закрыл. Нельзя туда, нельзя. Нахуя тебе эта хуйня, блядь, если ты бы пошел. Есть у тебя там нас мотосол или нет? Вот сейчас ты открыл, видишь, что у тебя там есть. Ух, они там. Ну, я песком на него кинул, чтобы ушел. Нажми на патрубок. Налей это соло сюда. Просто. У тебя есть насоло? Налей это соло и все, ебать. 5 литров нахуй. Со всей системы нихуя тебе не будет. Один кубик его сливать. Ты, по-моему, что-то не то говоришь. А трогай, да, это вот пустой, блядь. Вот этот патрубок пустой. Как ты его? Ну нажми. Пустой, вот ты видишь, он пустой. Ну его нажимаешь. Смотри, где туда еще. Я зашел за забор. Вот котенок шарится. Каким воздухом, блядь? Каким воздухом? Смотри туда. Еще пока нету.